Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня поговорим о таких ягодах, как крыжовник. Май месяц у нас затащився, и наши ягоды поразила мучнистая роса. Думала, я его кропить не буду, так как в том году было май месяц сухий, и крыжовник нам пришлось не опрыскивать, не обрабатывать. Крыжовник находится на открытом пространстве, на открытой площади. Нема притянения ни як от дерев, ни як от соседствующих кустов. Вот наблюдаю, я буквально за дня 4 бросила вот мучнистая роса. И буду я вот таким вот препаратом Топаз сейчас обрабатывать. Есть инструкция на цей препарат. Можно обрабатывать огірки, смородину, яблоню и крыжовник. Наблюдаем, что ягоды поражены не везде. Вот внизу есть. Также внутри куста, где меньше проветривания. Также я обратила внимание, что поразился один из кустов, даже сильно. Прошлогодний молодой кустик, вот листочки, все поражено мучнистой росой. Сейчас буду разводить препарат и опрыскивать. Стараемся попасть внутрь куста. Ну, нам сегодня главное, чтобы не было дождика. Не пройшов и не смыв наш препарат. Поднимать веточки, попадая внутрь куста. Приходится поднимать вот так вот веточки и прыскать на них. Вот видно, поражение есть ягод. Очень жаль. А крыжовник так красивый, зеленый. Крупный. Можете написать в комментариях, как вы боретесь с такой мучнистой росой, с такими болячками, которые поражают крыжовник. Хотя есть и сорта, они более устойчивы до болезней. Це у мене крижовник, він такий розовий, круглий, він більш устойчивий до болезней. І ми його тут паршицей не наблюдаємо. Ну, звісно, відповідно, він і мільче. Я проживаю юг України, Ніколаївська область. І якщо отримати урожай крижовника, ну, можна сказати, проблематично. Вот так на участке. Зона проветривается, хорошо освещается. Садила я в два ряда, и 2019 год в
крижовнику був висаджений горох. Горох як зелена маса для питання перепілов курей і кроліків. Также тут была сделана вот такая глубокая канава, мы по осени сделали. Если будет идти снег, талі воды вот с верхней части, так как участок находится под наклоном сверху вниз, слева направо. Ну и крыжовник, если садить десь в саду или есть рядом затеняющие кустарники, такие как малинники, высокие кусты смородины, понятно, что будет сырость тянуть и будет мучный староса бросать. Ну, такими способами, как открыта зона крыжовника, дабы нема соседствующих высоких кустарников, вот, ще плюс, и крыжовник у нас не заболевал. Но единственное, если затяжні дожди, а дожди вот в мою, они, конечно, редкость, но в 2020 году буквально дня 4-5 и идет дождик, дня 3-4-5 и идет дождик. И вот получается, что прохлада, температура падает, не в плюс, в день може бути сильна жара, і виходить, що наш крижовник от поражається, приболіває. Уже піднялось сонечко, і я також, якби мені сохранити, я повторюсь, що я проживаю юг України, це Ніколаївська область, і клімат змінився, і буває так, що почва настільки гаряча, що крижовник от этот наш, він просто згорає. Просто спікаються вот эти вот ягодки. И я так думала посадить кукурузу, дабы притянуть. Ну, коли виросте кукуруза, уже ми ягоди, я думаю, уже сорвем. И также настільки гаряча почва, що буває во время уборки можно обнаружить, что крыжовник, он даже от земли спекается и делается вот такого цвета. Ну, это, конечно, такий цвет получился у крыжовника, как я обсапывала, и десь вот такие вот ягодки я, получается, что сбила, и вот они получились коричневого цвета от спеки. То есть бороться с мучнистой росой как препаратами, так же и условиями посадки, также и обработки как почвы, как кустарников. Ну, можете написать в комментариях, в каких регионах вы проживаете, как у вас обстоят дела с урожаями крыжовника. По-украински называется агрус. Бабушка моя говорила всегда агрус. Вот. Крыжовник – это наше украинское киви. Это база железа для организма. Если в организме нема железа, ну, меньший процент, да, вот людина больше падает иммунитет и больше восприимчива до болезней. Крыжовник все полюбляют у меня в семье, я в особенности. В моем детстве до такого вот, до таких ягод крыжовник не дорастав, він тільки с цветом був, я уже срывала, кушала, значит, ребенку уже каких-то витамин-то и не хватало. И Константин, мой любый, вот такие уже, він кисленький був, полузеленый, ну, надо уже, если я обработала, надо уже дитину предупредить, чтобы він уже его не рвал, потому что, ну, мама уже обработала. Так, и крыжовник всегда нагортаем. Вот видно кусты, они все хорошо нагорнуты, хорошо прикрыты. Вот этим вот кустам, их по сравнению, вот посередине только два там молодых, всем этим кустам уже более 15 лет. Они растут на одном том же самом месте. Мы их только омолаживаем. Ну, я думаю, як омолодить крижовник, будуть вопроси, спрашуйте, об'яснимо по осені. І так як я наталочила вокруг кустов, зараз пройдусь грабельками, і тим же я і зворушу почву, так як є такий маленький бур'янчик біленький. Можно бы было просто так все и оставить, но я граблями все-таки зворушую землю. Днями была просапка этого участка, и мы видим вот такие вот красненькие корешки, да?
це у нас пуртулак. Це такий сорняк, що його дуже трудно вивезти. Дня 4 назад просопали, і потім вже пройшовся на следующий день дощ. І пуртулаку все нипочем. Він все одно держиться. І тут вот була висаджена кукурузка, і от ми бачимо, є ось такий от красний пуртулак. У мене його дуже много на участку. Я стараюся з ним боротися отакими на ранніх стадіях з пуртулаком стараюсь боротися, даби убрати його, поки він зовсім маленький, зовсім маленький. Якщо сонце і він сонце його, ну як би сказати, обнулює. Значить, що я роблю? А я беру і от так із-за браку времени, тому що мене жде не тільки от крижовник обробляти, а також у мене на участку є дополнительна робота плюс моє господарство. От я граблями можу як так зробити, можу як так зробити. І виходить, що грабельками я вивернула от ці от корішки. І якщо сонечко, ну це буде вже плюс, що воно його обнулює, от ці от корішки. І якщо часть їх, можливо, десь останеться, можливо, я, ну, або присипала, пригорнула, можливо, якщо часть десь останеться пуртулака, тоді я можу дополнительно, якщо в мене є свободне час, а його треба знаходити, от тоді легше висипати там їх і кілька кустиків просипати, або взагалі як буде сплошний корж. Можете також писати в коментарях, як ви боретесь з мучнистою росою, які крижовники сорта ви вирощуєте, і також як ви боретесь з сорняками. Друзі, наблюдайте в наступних відео в саду і огороді плейлисті. Можна розказати вам про клубничку. Ось така клубника у нас на даний момент, яка виросла просто-просто на огороді, без ніяких укриттів, агроволокна і хімічних підкормок. А розеточки ми висаджували в кінці марта. Також слідіть за інформацією о покосі, першому покосі люцерни, чому вона у нас така низька. А горохи як протеїнова підкормка рослинного походження. І також можна розказати о картошечці, яку ми висадили 2 місяці назад, в середині марта, на цю картошку були і морози, і сильніші ливні. А нас картофель буде радувати от таким уже соцвітєм. Спасибо за совет моего зрителя канала, який підказав нам приобрести вот такий вот сорт картошки і посадити. Він мене устраює повністю, цей сорт картошки, так як він низькорослий. І цей сорт картошки почему-то не кушає жук. Всем пока, дорогие мои, с вами была ваша Хитрук Елена.